ну все, вот и закончился второй день гонки. Enduro Four Seasons, четвертый. Короче, смотрите видео, подписывайтесь на канал Руслан Эндуро, на канал Сергея Воронецкого. Будем выпускать контент. Не пропустите, скоро вы увидите обалденное видео, как в первый день полтора круга было выезжено, а во второй день два круга. Это было просто смертельно. Всем привет, ну и пока.
ты туда сейчас поедешь, а там вот тупик, ну, понимаешь? Тут уже ехать на трассе пытаться обогнать. Подъем.
вообще самый лучший. Такие вещи делаешь. Что? Так же не рассказать. Здесь делаем кружок, давай. Молодец. Ты молодец. Ловим кайф. Ловим это состояние безысходности. Ватка уже все, наверное. Записывайтесь в эндуро-школу. Эндуро-школу. Молодец. Надо ее там еще. Я думаю, что сделаю. Дышим, дышим, дышим. Знаете, когда ты катаешься мотоцикле, это можно сравнить, занимаешься любовью всю ночь. Только на утро после эндуро тебя болит все тело. После где-то одно место. Как проверить камеру? Камера как питает свои. Thank you.
одну гонку человек. Я вижу тебя потенциал. О, слушай, помнишь, что ты бал? Есть такая фича, что на дороге
дорогах общего пользования мотоциклисты друг другу махают, когда едут, даже если они не знакомы. Вот это культура, понимаете? А эндуристы что? Блин, крикните спасибо. Что так сложно, что ли? Я не понимаю. Нет нации, понимаете? Нация, это когда сплошение идет. А у нас моя хата с краю. Сами знаете, что дальше. Знаете, как я делал в прошлый раз? Ну так вот. Это прием называется агент 007. Записывайтесь. Советую, кстати, завести блокнот. Это мой знакомый. Пробелок. Это тоже можно потом узнать. Там
резко переключаем. Это вам настоящая хард-эндура. Она этих зарубежных ездит. Москву гар, мотоцикл пошел, центр тяжести гар, и мотоцикл пошел. Висять тут, где центр тяжести.
стой. Блять, я тут. Будь ты так даже. Нет. Thank you.
выводите, блядь? Ехали. Ехали. Я полчаса уже стою. А? Я полчаса стою уже. Ну, мы ехали. Ты держи, думаешь? Ехали. Там стояли. Вот, давай быстрее, заводишь. Блядь. Сколько ты ждать? А ты что не заводишься? Я полчаса стою с утра. Бежите, после этой горки. Я за 10 минут сюда заехал. Сержик, спасибо. Я потом счет выставлю. Хорошо. Пошел туда!
Давай, давай. Короче, сейчас заведу. Сейчас. Простите. Мы были на нем? А? Мы были на нем? Я его не знаю. Мы же проехали. Там оно было поломано, и типа в разъеме. Да. Давай поможем. О, этого мы тянули. Давай поможем. Давай, давай, давай. Еще. Еще. Еще, еще. Отлично. Вот. Стой, стой. Не, что я хотел. Все. Сделай классный фото.
сейчас. Видимо, есть свои моменты, где легко, а где сложно.
Газ. Возможно. Не, не заедешь. Нет, не пройдешь. Есть. Не заводится, да? Значит, надо. Мракарис. Че? Волка, блядь. Сука. Где он? Блядь. Сука. Ебаный. Ты вот. А, блядь. Блядь. Он нахуй. Блять, заебал. А, мои руки. Блять, что с ним там осталось? Ай, блять, ай, блять. А ну нахер. Вот, есть. Вот, есть.
Я помогу тебе сейчас. Не надо? Наверное. Давай, помогу. Если потянешь, то... Давай. Yeah.
работает? Иголки ну, есть, да, может, иголки быстро поставим? Можешь лучше отдохнуть, но лучше стартуем, хоть как мы сходим, все поможем. А так оно переведи. Накатывайся, на колесо старается, смотри сзади. Тормоза пропали. Не чувствуешь границ. Нога. Супер, лучше по новой. Давай.
что едешь? Давай поменяй. Пиздуйте на железку. Сейчас сюда, на эту, на фар. Я фар этот объехал уже, блядь. Я его объехал, да. Да видел, как ты три раза спросил, ты уверен? Да уверен. Я проехал этот фар.
95-й. Ребята, просто не хочется вас слышать. Так, здесь... Я помню. Я уже не кипрустаю.
Нет, нет, нет. Прокомментируйте.
посевать. Будем. Ой, бля. Я-то думаю, что-то у меня тут. Ох, напалый стоит у половочки. Прописывай щит. Ого! Все, панелька треснула. Полностью. Слушайте, блин, я не знал, что ее ниже пустили. Так, ты видали? Все, панелька. Покупать. Ладно, это мелочи. Поехали. Чаем чит. Опа.
Полоцка. До Полоцка там мы ездили, как у нас на эту на гонку с Виличи. Она просто умерла.
на косую пойду. Вон на косую пойду. Есть. Ты на косую не разгонишь, тут ветки. Понял, сейчас. Сейчас. Разбил экран. Да, 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 вот там пиздец. Да, это хуйня. Есть что-нибудь? Серый, не твоя перчатка? Может быть. Ты посмотри, рассадил. Она здесь стоит. Рассадил. Ты хоре смахтать. Серый, кинь эту хуй. Давай, какие-то, да, давай, залазьте.
помню, бля, резкий поворот. У нас такие кочечки хреноватые. Тяжело подъезжать.
Молодчина. Максимка! Максим, хуй знал. Богатый был. Хорошо получается. Давай, подожди. Я сейчас поставлю тот мотоцикл, и я тебе помогу. Хорошо?
Давайте мотоциклы Минск. Ям накопали, пацаны. Можешь не снимать.
Дракарис. Что тут у нас получается? Получается спонтовая хуйня. Блять, это хуйня. Тут, блять. Рябь. Так, может, ты что-то потерял? Нет, я еще там ее видел. Сука. Блять. Ебаная кутюрьма, блять. Блять, неужели сложно запомнить последовательность, где надо быть, где не надо быть? Ебать. Дракарис! Дракарис, я сказал. Yeah.
отдохнуть. Ну что сказать, силы покинули меня. Надо остановиться на темную сторону. Сила течет во мне, я един силой. Сила течет во мне, я един силой. Сила течет во мне, я един силой. Ебаная, блядь.
видите, на. Я, блядь, вас там даже не видел. Ты проехал сюда пар? Я проехал, я могу подняться, у меня сил нет. Брусья, сколько ворон насчитал, блядь. Буду через эту всех внутрь. Руслан, шевели булками наверх! Ну, блядь, вы еще ниже ему же станете там, нахуй, и помахайте мне. Где вы ходите, Руслан, блядь? Это Сергей говорит, надо там постоять. Постояли. Держи, 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 блядь. Блять, держите. Ну вы держите. Затвор вас так не жрать, блядь. Ага, и ёбнусь там. Писал, мне руки все не чувствую, нихуя. А, блядь. Сука. Дальше заедешь или там? Хуй его знаю, нахуй, ребят, блядь. Мне кажется, волосы выпали больше. Да, наверное. Я, блядь, не помню, какие там горки. Там еще горки. И нихуевые. Они, блядь, поразбивали корни. Сука, пальцы не выжимать. Давай я заеду, схожу дальше. Садись. Давай. Смотри только аккуратно. Одевай шлем. Одевай шлем. Нет, шлем не буду. Чего? Чего? Он мокрый, посмотри. Давай. Давай, смотри аккуратно. Серёга, короче, ждем там, перед парком. Блять, я так заебался. Ребята, вы не поверите. Там еще ж горки, пиздец. Фух. Фух. Надо отдохнуть, минус 5. Я поеду. Так ты эндуропарк проехал уже? Тот я проехал. Вы нахуй где выходите, нахуй, блять? Я вам спрашиваю. Вы заебали, честное слово. Я там столько сил потерял, нахуй. Я бы эти горки уже сделал давно. Серега. В прошлый раз я начинал есть подушечки, и я почти полпачки съел, и ты не приехал. Мы еще вытрясли песок из бот, а там я доел полпачки подушечек, и мы поехали. Ну, что ты едешь так неоднородно? Ты бы ехал туда однороднее. На карьере я минут 20 стоял. Какой ты тут только приехал? На первом круге я 20 минут стою. Ты, блядь, везде заехал, заехать нахуй мы ехали. На железку заехал, на карьере заехал. Ты знаешь, на железке что с моей жопой было там, пока мы ехали? Мне хоть другим помогать, блядь.
Понимаете? Да помогли, никому не помогали, затычно. У меня вон хвост от мотоцикла в рюкзаке чужого. Сера, может скорую вызвать, не? Не. Останавливаю дыхание. Так не дыши сильно, а то сейчас так голова закружится. Легкие, легкие. Сейчас, еще 2 минуты. Еще 2 минуты. Давай, сиди, не сиди. У тебя 17 минут. 17 минут? 17 минут, чтобы доехать, чтобы не засчитали круг. Я думаю, доеду. А ты сейчас на железку уже едешь, да? Mm. Какую железку? На парк, на последний. Он говорит, проехал его уже. Не тот. Сергей, тут 2 парка. Ну так давай едь, раскричался тут. Весь план охуенный, как швейцарские часы. Только нихуя вы, блядь, вовремя никуда не попадаете. Здрасте, на карьере... Ты чё разлёгся? На карьере мы приехали, вообще огонёк. Ага, да. Потом увидел его, посмотришь, покажу. Что, мы второй раз не успели на карьере? Ну, второй раз, ладно, хорошо, там, бля, сбоя не было, блядь. А первый раз я охуевал, я честно говорю, я охуевал. Я приезжаю, внимание никого, люди стоять. Это я Вансис эти, залетают, я стою, думаю, нахуй я сюда вообще приехал. А что ты вот тогда не заехал? Сейчас заехал, а тогда не заехал. Хуй его знает, я не знаю. Ну, так проблема, наверное, в прокладке. Прокладки между рулем. И я тут заехал, вон, без проблем. Нет, ты молодец. А ты мучился. Ты дальше проедь до Эндуро Парк. Я бы проехал, но спалюсь где-нибудь. А ты ж без номера все равно. Я доеду. Запомните, ребята, могут стрелять во мне, в меня, а попадут в вас. Поэтому. Аль-Пачино. Поэтому. Я ждал. Я ждал расшифровки этой фразы. Жалко, экран. Очень. Все-таки придется что-то купить. Смотрите, где можно, я тут недалеко не уходить, я вам скажу честно. Хочете, а если сил есть, шуруйте дальше. Вы меня увидите сейчас там. Пацаны, сюда! Фу, бля, дай бог. Сейчас будут руки болеть. Блядь, ты тонну весишь. Слушай, тебе худеть надо. Дальше идите. Вы мои талисманы.
Давай сейчас переднюю туда переставим и все, и туда машину. Давай. Блядь. Ну, туда либо проскакиваешь и сам едешь, а если уже остановился, то проще так. Называется боль. Силой. Это называется боль.